Камикадзе! С вами Губка Боб и группа «Квадратные штаны». Есть люди, которые не едят мясо, но едят рыбу и морепродукты. И они называют себя вегетарианцами. И знаете, что я вам скажу по этому поводу? Имел я взад таких вегетарианцев. Морепродукты тоже люди и имеют право на жизнь. И моя новая песня как раз об этом. Вы готовы? Я не слышу вас, мать вашу, ублюдки, вы готовы? Так точно, капитан!